It was a long trip for us. I think it was 16 days we've been gone. And they did a great job for two periods, and then our team just got too tired. You could see right from the beginning of the third that we were a step behind. But it, like I said, it was a real long trip. They did a great job. They worked and competed. And when you go into a third period against a team as skilled as this, you have to be on top of it. And like I said, they were just exhausted, but overall they did a great job. Это был для нас завершением тяжелого долгого выезда. Мы 16 дней находились в поездке, и, конечно, команда уже была уставшая. Мы хорошо держались два периода, но в третьем, когда ты, тем более, противостоишь команде столь талантливой, какой является «Металлург», нужно, конечно, соответствовать ей. А наша команда уже была истощена, но мы все равно боролись, сделали, что могли. Вот. Комментарии по игре. Очень напряженные два периода выдались для нас. Очень опасно в таких играх пропускать контратаки. И если учесть, что у Кунлуни есть неплохие нападающие, которые могут реализовать моменты на контратаках. Поэтому очень нервозная была ситуация первые два периода. Но нужно отдать должное, что ребята вытерпели. И в третьем периоде реализовали свои моменты. И опять же, хочу сказать, что непростой для нас был сегодня матч. Спасибо. Металлург Виктор Николаевич, сегодня вот опять ротация вратарей. Это тоже по плану, да, получилось? Да, это все по плану, все было запланировано. Как бы я еще раз повторюсь, что у нас два первоклассных вратаря, и поэтому такая ситуация, что можем доверить либо одному, либо другому в разных ситуациях. По ходу матча сегодня появилась информация, что Оскар Осову тоже Олимпиаду пригласили. Сейчас как-то в раздевалке поздравили. Ну, если честно, у нас уже была до этого информация, что Оскар уже пригласили, его уже на утренней разминке его поздравили, пожелали удачи. И плюс сейчас после игры пожелали удачи всем олимпийцам. Как говорится, пускай победит сильнейший. Будем болеть за наших. Вопрос тренеру гостей. Сегодня Роберт Брюле забил очень красивый гол. Вы как-то будете его за этот красивый гол поощрять после матча? So Brule scored a fantastic goal. Are you going somehow to celebrate it or what? Brule's goal. What about his goal? Well, he scored a fantastic goal. Oh, it's a goal. A goal's a goal. It was a big goal for us at the time because it tied the game up. But it's just a goal. He works hard. He competes. He deserves everything he gets. He's a feisty player, and he gets breaks like that when you work as hard as he does. Ну, любой гол — это всегда гол, но в данном случае еще этот гол был очень важен для нас, потому что вернул нас в игру в такой напряженный момент. Ну, Брюле, конечно, заслуживает всяческих похвал, потому что он работает, он старается, он дает всего себя игре.